Американская поп-сенсация Билли Айлиш стала победительницей в номинации «Лучшая международная артистка» на 40-й церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards во вторник в Лондоне. Со сцены 18-летняя певица впервые исполнила саундтрек к фильму про Джеймса Бонда «Не время умирать», а принимая награду из рук Мелани Си, произнесла довольно эмоциональную речь. Я чувствовала себя очень нелюбимой в последнее время, но когда была на сцене, видела, как вы, ребята, всем не улыбаетесь, и мне захотелось плакать. У меня наворачиваются слезы прямо сейчас. Спасибо. Шотландский певец Льюис Капальди получил награду как дебютант года. Его сингл «Someone You Loved» стал песней года. Рэпер Стромзи и певица Мэйбл признаны лучшими британскими артистами. Правда, нынешняя церемония была омрачена трагедией. Телеведущий Джек Уайтхолл отдал дань уважения Кэролайн Флейк, своей 40-летней коллеге и бывшей девушке принца Гарри, которая в субботу покончила жизнь самоубийством. Это событие вызвало дебаты в обществе о слишком агрессивной манере, в которой бульварная пресса порой высказывается о знаменитостях.